Так, ну что, мои дорогие, любимые, далекие, близкие, в общем, все-все-все, кто меня знает и не знает, кто только присоединился, вот мой видон на сегодня. Вот такая вот гуцульская кофточка, шерстяная, из овчинки, вон гуцул стоит с собачкой, пошел овец выгуливать. Очень она модненькая, очень классная, брала я ее на Западной Украине. Обожаю Западную Украину, у меня куча-куча друзей там, почти как родственников, и родственники есть. Ну кто? Богданчик, привет, дорогой мой, витаю вас, витаю Богдана, витаю Соломию, Юлечку, Демьянчику, там же Демьянчик маленький уже вырос, уже большой. Вот, ну и наших Альвину, моего мужа, сестра там, в общем, племянники. Так что там очень много родственников и друзей. Друзья настолько преданы и уже много лет, что я очень рада этим летом. Мы с ними встречались, с Соломеечкой. Да, Соломейка, красавец. У меня есть там видео, можете посмотреть на море. Вот, и поэтому я одела гуцульскую. Я обожаю, конечно, такие вещи. У них вещи все настолько красивые, настолько приятные, натуральные. Штанишки у меня японские, это джинсы японские, вы их часто видите. И вот такие вот лаковые ботиночки, вот такие очень классные, чисто кожаные. Сумочка кожаная, тоже когда-то покупала, повесила свои вот эти вот причиндалы, которые я всегда вешаю. Не я покупала, это мой муж мне дарил на какой-то, или на 8 марта, или на 14 февраля, в общем, я уже точно не помню. Но это помнит точно муж. Но это курточка. Курточка, это в прошлом году я покупала ее. Даже не помню, что китайская, но... Ну, короче, китайская курточка. Она такая тепленькая, хорошенькая, даже, можно сказать, жаркая. Она как бы дутая, как бы пуховик, но пуха там, пухом даже и не пахнет. Все, вот такой вот видон у меня. На улице еще, кстати, тепло. Но даже солнышко выходит. Ночью был дождик. Конец ноября, дорогие мои. Все, я вас всех люблю, целую. А, и еще. Плюс температура плюс 11. Поэтому нужно ходить, ходить, ходить. И дела делать, и работать, и ходить. Все, я вас всех люблю, целую. Обнимаю и родных, и близких, и далеких. И всех девочек, которые ко мне присоединились. Ну и мальчиков тоже. Мужчины, мальчики, все. Привет.